Произвольную программу исполнения российских евреев. Она призвала управляться за Димаша Михаил Курега. Thank you.
Михаил Калида, Россия. За произвольную программу 168,33 балла. Это его лучший результат в сезоне. Сегодня программа 247,97 балла и на данный момент занимает второе место. Это его победитель с поездом 47,97. And he started in the second place.